Люда, Андрей, привет. Привет. Ну вот и Андрей идет. Со своей красавицей. Господи. Да ну какая там красавица? А он ничего. Можешь отбить? А? Запросто. Давай. Прошу. Привет. Привет. Это что такое? Все в порядке. Ребят, где вы пропадаете? Ждем вас, ждем. Здравствуйте. Проходите, проходите, проходите. Знаешь, сколько я ее ждал? Сколько? О, сколько. Всю жизнь. И ждать обязан. О! Привет, здрасте. Ой-ой. Прошу садиться. Разрешите представить. Это Люда. Это Андрей. Очень приятно. А это Оля, Машкина подруга. Очень хорошая девушка. Кстати, поедет с нами. Буду вас пятым колесом в телеге. Не возражаете? Конечно, нет. А вы? Я? Да. Вы. Он тоже за. Правда, Андрей? Конечно. Ну, разумеется. Я за. Ну, раз никто не возражает, давайте... Танцевать. Пойдем танцевать. Люд, ты не скучай, ешь витамины. Ты что там сидишь? Танцуй с нами. В тесноте, да не в обиде. Спасибо. Я устала сегодня. Она не может вынести мук возлюбленного. И показывает, где прячется Анджелотти. Каварадоси грозит казнь. И вот здесь Пуччини находит новые краски, чтобы передать страдания своего героя. Можно к вам? Заходи, Людочка, садись. Люд, ты чего? Я не понимаю, почему ты меня пошел провожать. Весь вечер танцевал с Олей. Мог бы ее проводить. Да ты что, старуха? Ревнуешь? А? И не думала. Вот это правильно. Нужно быть современной. Раз ты такой современный, то я вообще с тобой никуда не поеду. Люда! 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 Подожди!